Совсем скоро на телеканале ТНТ состоится премьера сериала «Демис и Марина». По сюжету Демис Карибидис и Марина Кравец расскажут о творческом закулисье, изнанке шоу-бизнеса и собственных звездных буднях. Но этим не ограничится. Также они покажут и обыкновенные жизненные ситуации, в которые попадали сами и в которых телезрители наверняка смогут узнать себя. Обыденные явления. Герои покажут в смешной форме и с неожиданной стороны главные роли. Картине исполнили Демис Карибидис, Марина Кравец, Дмитрий Костяев, Дмитрий Прадед, Вера Смолярова, Анастасия Тарасова и другие. Премьера сериала «Демис и Марина» состоится уже в этом году. Точно дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.